2021 год был годом больших достижений для проекта струнного транспорта. На легкой линии в Шардже тропический юникар совершил первые поездки с пассажирами на борту. В центре UST Inc. в ОАЭ началось строительство 4 анкерных опор для первых тяжелых трасс. На новых трассах струнный транспорт впервые покажет скорость свыше 150 км в час. В ОАЭ прошла сертификация струнного транспорта. Международные эксперты подтвердили, что технология соответствует мировым требованиям надежности, безопасности и долговечности. Сертификация помогает проекту выходить на новые рынки и упрощает сотрудничество с заказчиками по всему миру. В Шардже также прошли первые испытания грузового струнного транспорта. Осенью легкая трасса в центре испытаний получила разрешение властей Эмирата на демонстрацию и тестовую эксплуатацию. Выставочная версия высокоскоростного струнного транспорта теперь находится в специальном павильоне центра UST Inc. в Шардже. В конце года изобретатель струнных технологий Анатолий Юницкий объявил о подписании первых 4 контрактов на адресные проекты. Это лишь часть масштабных достижений, которые помогают струнным технологиям выйти на мировой рынок. Это лишь начало прогресса, частью которого может стать каждый. Можете стать и вы. Какие же прекрасные новости, какие же потрясающие кадры. И это действительно умная, высокотехнологичная, экологичная и полезная для всего живого на нашей планете. И эти достижения сделаны людьми. Представляете, 500 тысяч человек объединилось уже совместно, чуть больше, чем за 5 лет. И довела огромную, не просто маленькую технологию для города какого-то или страны, или даже континента, планетарного масштаба. Лучшая транспортная инфраструктура, которую можно было только изобрести. И это не голословно, потому что именно сейчас мы находимся на 14 из 15 этапов сертификации этой технологии. И успешно доказываем, что она действительно самая-самая лучшая. И что этот транспорт главный, который сейчас, так скажем, придет на помощь всему человечеству и даст ему абсолютно новое развитие. Представляете, 14 из 15 этапов – это уже почти завершение. И это сделали обычные люди. Без государств, без банков, то есть без каких-то крупных корпораций, сами люди. Потому что мы же и катаемся на этом транспорте по городу, между городами, между странами. И эта вся технология принадлежит нам. Поскольку мы уделили время и изучили то, что придумал этот гениальный ученый. И теперь реально по итогам 2021 года видно, что он абсолютно серьезно и он невероятно гениален. За час, конечно же, у меня не получится передать вам абсолютно всю информацию, поэтому, пожалуйста, продолжите изучение сами, и вы не сможете остановиться. Посмотрите интервью с Анатолием Юницким об итогах 2021 года. Он четко пишет, как за эти 5 лет, так скажем, к чему мы пришли, что мы сейчас конкретно делаем, как мы справились со всеми трудностями, которые происходили в последний год и несколько лет в мире. Несмотря на все, на все побочные, так скажем, эффекты, которые немножко тормозили нас, мы все равно успешно идем вперед. И это большой показатель, потому что те потрясения, которые происходят в мире, убрало очень много средних бизнесов и малых. А мы действительно развиваемся, потому что есть огромные перспективы.
Ссылку на данное видео вы можете найти в чате нашего виртуальной комнаты Мирополис. Спасибо ей большое за то, что она прекрасно сейчас работает. И там же вы можете найти мою корпоративную почту, если у вас будут какие-то пожелания, если у вас будут какие-то вопросы, может, я чем-то смогу вам помочь, пожалуйста, пишите. Буду рад поделиться теми знаниями, которые успел собрать за последние 5 лет. И, конечно же, обращайтесь к людям, которые вас пригласили сюда, потому что именно эти люди смогут помочь вам, не тратя ваше время, ответить вам конкретно на то и на те вопросы, которые вас интересуют. Потому что масштаб данного проекта, ну, просто огромен. И я изучаю его уже 5 лет. И, ну, в смысле, не этот проект только, а вообще Юницкого. Со струнным транспортом уже все понятно. Но то, что он предлагает дальше, и то, о чем он уже говорит в мир, даже при том, что мы еще не завершили первый, так скажем, проект, уже мир сильно заинтересован, потому что его технологии – это лучшее, что сейчас предлагают нам для дальнейшей жизни в 21-м и будущих веках. И я очень рад, что 5 лет назад, так скажем, чуть больше, я начал сильно задумываться о ценности часа, который мы меняем с людьми. И то есть тот бартер, который мы производим, как мы делаем полезную работу и за что потом живем, питаемся, оплачиваем квартиру, начал искать, как сообща с людьми можно делать. То есть и это получать, то есть получать и опыт, и прибыль, но заниматься самым созидательным делом. То есть создавать что-то, и причем в планетарном масштабе, чтобы это изменение сразу всюду. Потому что где-то можно сделать изменение, но потом весь остальной мир, если там ничего самому не делать, уехать оттуда, может его втянуть вровень, как и было. Здесь же, так скажем, я вижу, что миллионы людей объединяются, делятся своим временем, идеями, ресурсами и создают такие по системе краудфандинга и краудинвестинга, создают свои проекты, компании, корпорации. Я был очень удивлен, что это не единицы или десятки, их тысячи, сотнями в год развивались новые и новые и новые компании. И изучив сотню, я думаю, даже больше, я выбрал самый лучший, самый актуальный. И сначала изучил все, что мог, изучил все документы. Мне кажется, 2 месяца я с другом, он мне несколько раз рассказывал, где-то через 1.5 года, я 2 месяца задавал ему вопросы, чтобы для себя примерно понимание иметь, потому что не было еще ни одной модели, которая ездила либо катала людей. Были еще чертежи, были уже полигоны, но еще транспорт мы не видели, как он пойдет по струну. Поэтому приходилось много изучать. Сейчас же я катался лично на минимум на 4 видах транспорта, на 4 видах трасс, собственно. И я понимаю, насколько это реально, насколько это близкое к нам будущее. Ну и, конечно же, я поддержал этот проект, начал изучать дальше, начал изучать Юницкого и понял, что об этом хочется говорить. Изучил компанию изнутри, чтобы понять, могу ли я по совести говорить, потому что я не был знаком, чтобы так вот создавали что-то настолько глобальное и полезное. И в итоге, узнав все, я с удовольствием стал спикером данной компании Skyworld Community и рассказываю людям вкратце, сжато, то, что я узнаю за годы. Ну и, конечно же, помогаю, так скажем, всем, чем могу, потому что эта технология даст абсолютно другой вектор для любого города и любой страны, дамы и господа. И вы сегодня это поймете, потому что увидите все преимущества, увидите эти фотографии, увидите эти видео, и это создано уже здесь и сейчас. Skyworld Community в данный момент – это та компания, которая дает просто неограниченные возможности по всем этим факторам. То есть, развивая этот проект, мы улучшаем все эти показатели. И, конечно же, тот показатель, на который вы больше внимания уделите, будет расти больше. Но вся эта польза идет от новой экологической инновационной технологии. И вы сможете это проверить. Если у вас останутся в конце вопросы, пожалуйста, пишите. Я подскажу вам, каким способом с помощью данной технологии и проекта вы можете удовлетворить, либо хорошо развить любую из этих сфер. Потому что это все возможно. С Анатолием Эдуардовичем Юницким. Поэтому присаживайтесь поудобнее. Ведь нас 8 миллиардов человек. Мы самая влиятельная
сфера существ на нашей планете. Имеем больше всего возможностей менять. И меняем. И мы расселились по всей планете. Мы самые умные, возможно, самые мудрые. И у многих уже ответственность проснулась за то, что планета вся, планета Земля, это наш дом. И то, что мы не сторонние жители на ней, а мы ее хозяева. Это ответственность внутренняя, чтобы ухаживать за ним. Заниматься не только собой и своей семьей, а часть своего времени, хотя бы какую-то, хотя бы час в неделю, уделять тому, чтобы улучшился мир вокруг нас. Весь, вся планета. Вот. И мы спокойно это можем сделать, дамы и господа. Особенно сейчас, в технологическом пятом укладе, в эру виртуальной реальности, гаджетов и интернета, мы можем все. Ведь наше детище, которое мы создали, которое жило рядом с нами, это техногенная сфера. Она идет за нами по пятам, мы ее ведем, мы ее развиваем. И сейчас экологические технологии не просто так на слуху, потому что в перспективе, если оставить старые технологии, они нас съедят и уничтожат. Наш ореол обитания. И вместе с нами еще 12 миллионов видов живых организмов. А если переходить на возобновляемые виды энергии и сделать экологическими технологиями, технологий хватает, как это сделать. И не сказать, что это будет гораздо затратнее, чем сейчас делается. И на долгосрок гораздо выгоднее. Мы можем это сделать. И Анатолий Эдуардович именно подобную серию технологий и предлагает. Экомир. И с Анатолием Эдуардовичем мы сейчас во всем, кроме физики, очень быстрые. Пятый технологический уклад. С помощью интернета пересылаем деньги за секунды любыми суммами, гигабайты за секунды, звоним на другие континенты, с другим концом шара разговариваем по видеосвязи через спутники. Все делаем очень быстро, кроме перемещения грузов и пассажиров. Наш мир встал, наш транспорт встал. Из-за того, как построены дороги первого уровня и какой транспорт на них. И это та эволюция, которую сейчас нужно сделать. И произойдет революция вообще по всему миру, потому что эта технология, она не в каких-то отдельных уголках только будет сделана. Она начнется откуда-то и будет расстраиваться по всему миру, принося всем пользу. В городе скорость без пробок, безопасно, 150 км в час. А между городами 500-600. Передвижению фарвакуме между континентами до 1200-1300 км в час. Это еще одна технология Анатолия Эдуардовича, в которой уже очень заинтересованы Объединенные Арабские Эмираты. Но пока нам необходимо завершить именно этот проект. И сейчас осталась финальная стадия. Завершить 15-й этап, 14-15 этап, чтобы сделать скоростную трассу. И тогда мы действительно войдем в шестой технологический уклад. Это новый мир будет, потому что он даст неограниченные возможности. И этот мир, который мы знаем сейчас, сделан вот этими компаниями. Еще тогда, когда люди не делились, как мы сейчас, информацией о том, насколько это важно, объясняли, рассказывали статистику, историю, приводили примеры, давали аргументы для собственных решений и материалы для собственного изучения, чтобы собрать все и сделать собственное полезное для себя решение. Ведь те, кто начали развивать эти компании в любое время, они очень серьезно и мир изменили, и сами улучшили себя, свою семью, свой бюджет. Потому что компании маленькие были, стоили и мало, но выросли до огромных масштабов. Как у Alibaba, например, капитализация $100. То есть компания и какая-то часть ее стоила $100. Сейчас компания выросла настолько, что та же часть процентно стоит 1 782 500. Такая огромная капитализация. Так разрослась компания. И все эти компании были нужны, необходимы людям. Хотя даже сначала это не было понятно. Как когда-то нам на смену пейджером пришел телефон, смартфон, мобильный телефон. То есть такая резкий скачок, можно так сказать. Новые возможности. И представляете, эти компании еще дают дивиденды всем, кто узрел, что они будут необходимы, что они будут востребованы, что это будет приносить пользу. И все те, кто совладельцы этих компаний, получают огромные дивиденды. И, конечно же, капитализация продолжает идти. То есть их часть данных компаний растет.
И представляете, все эти компании будут меньше, чем наш инновационный струнный транспорт. Потому что за 21 век этот транспорт может расстроиться более 20 миллионов километров дорог. Потому что он делает это, может сделать это очень быстро. Очень мало ресурсов потратить, очень мало средств, мало места на планете. И дать максимум характеристик, которые необходимы сейчас нашему человечеству. И это не просто концепция, не просто рисунки, как в 2016 году, когда я приходил и еще не видел, как транспорт едет. Это реальные фотографии, это реальные видео, это реальный металл, реальные машины, реальные дороги, по которым я лично катался, еще уже, наверное, около 10 тысяч людей. Из них разные министры, уже и короли, и президенты приезжают смотреть, как это, что это. Потому что многие понимают, не важно, что мы не понимаем, как это работает, но это надо посмотреть, попробовать, это надо просчитать, и тогда уже иметь аргумент, что это получится, не получится. И в итоге все эти люди заинтересованы, партнеры поддерживают, либо даже уже, как вы слышали в начале, есть первые адресные коммерческие проекты. Ведь большая часть транспорта уже сертифицирована. Большая часть трасс сертифицирована. Часть зданий нашего транспорта сертифицирована, типа стрелочных переводов, станций. То есть мы не только создали сам транспорт, мы создали всю инфраструктуру. Плюс 3 завода еще. Огромный штат людей. То есть даже при том, что мы так много, ну, не закончили еще полностью сертификацию, многие есть уже, так скажем, единомышленники, которые уже заказывают то, что есть, потому что понимаешь, либо сейчас, либо потом огромная очередь, и неизвестно, когда можно будет построить. Потому что люди понимают, сколько за один год даже может быть прибыли экономической, пользы для людей, чтобы, точнее, пользы для людей от данного транспорта, от постройки несколько или хотя бы одной даже ветки, в, так скажем, в каком-нибудь городе. Потому что пропускная способность такого транспорта наивысочайшая, как и грузовая способность. Ну и, конечно, для эмоций и для ощущений хочу вам поставить вот это видео. Коротенькое. Это все было наше производство. И наше производство прекрасно работает. Это производство уже показало себя как передовое, очень качественное. Мы уже сделали сторонний заказ, вы узнаете это в видео, в интервью с Анатолием Виницким. Мы уже сделали электрокары для России, потому что у них они разработали, но не смогли их сделать. А наша компания уже свободно может делать подобные заказы. То есть на передовом уровне развита наша компания. На передовом уровне развивается технология. Лучшая, самая актуальная технология. И делают это люди вместе. Все вместе. Ведь хотят видеть вот такое будущее. Будущее такое для своих детей, для своих внуков. Будущее, в котором пространство в городах, между городами, первый уровень безопасный и принадлежит флоре, фауне и человеку. Он дает пользу, мы с ним взаимодействуем, и на нем с него убрано опасно, потому что весь транспорт идет на верхних уровнях, на втором. Либо перекрестков нету, может быть, разные уровни, какая угодно высота практически. То есть там и 50 метров, можно сделать хоть 150 метров, такой Т-образный столб, можно сказать, и по нему идут несколько веток в одну сторону, в другую, подвесной, навесной. То есть решение есть просто потрясающее для любого континента, для любого климата, для любых перепадов. Гениальному ученому спасибо за это. Потому что ты, когда смотришь на то, как
и чем пронизаны все его работы, они все идеальны, все максимально природны, с потрясающей философией того, как жить в содружестве с миром. Этот человек всю жизнь уделил науке для того, чтобы жить в нашем мире максимально гармонично и в благополучии и изобилии. И эта технология действительно такая, оптимальная, эффективная и безопасная. И этот человек знает, что делает, ведь он автор более 200 научных работ, более 20 монографий и сделал свыше 150 изобретений за свою жизнь, которые в течение жизни помогали уже людям жить лучше. Но он еще создатель космических и геокосмических транспортных систем, а также ряда транспортно-инфраструктурных проектов на основе струнных технологий. И эта вся часть больше, чем все остальное. Но это то, что еще некоторые пытаются не признавать. Хотя Анатолий Эдуардович получил премию мира в Братиславе в 2018 году, в декабре, за весь экомир, за всю серию технологий, где не только транспорт, самая земная, понятная, актуальная технология, которая нам быстрее всего необходима, но там и экодома, экопоселения, линейные города, гумус восстановления почвы и его производства, чистое электричество и, так скажем, дальше уже космос, вынос вредного производства на орбиту, получение из космоса необходимой пользы и так далее. У него все это прописано. И это было оценено учеными, взвешено, его расчеты, его представления. И он победил, хотя сам себя не номинировал. Но это лишь маленький шажок. Очень скоро будет Нобелевская премия, я уверен. Потому что невозможно пропустить в мире такое существо, которое действительно знает, что делать, и успешно с этим справляется. Потрясающе знать такого человека, потому что он вывел эту компанию на невероятный уровень. Сразу, с нуля, как будто он делает ее международной, планетарной, по самому высшему и передовому слову техники. Это, то есть получается, у нас инжиниринговая компания и производство, это все наше. Мы это, так скажем, финансировали, мы это создали, мы совладельцы этого. И уже поскольку есть первые проекты, это значит, что уже где-то через год-полтора, как называется, будут дивиденды. То есть технология еще не закончена, а первые проекты уже начали строиться. То есть технология настолько рабочая, понимаете, дамы и господа. И самое главное, в чем задача всего проекта, это сертификация. Протестировать и продемонстрировать, испытать все детали и все части данной технологии, чтобы подтвердить заявленные характеристики по всем параметрам. Именно этим мы и занимаемся. И понимаете, мы, это все сертификации были распределены на 15 этапов, потому что в каждом этапе нужно было сделать что-то свое, получить свои какие-то сертификаты, на это нужно было сколько-то своих средств, сколько-то средств. И получается, самый первый этап, самый маленький, меньше всего людей, меньше всего средств, меньше всего сделать. Идет дальше, последние этапы, больше всего надо сделать, дороже всего, самые трудные задачи. И людей уже в проекте максимум. Поэтому мы сейчас на 14 этапе. То есть люди самостоятельно прошли, и кто бы что ни говорил по миру, мы прошли весь мир. 500 тысяч человек, более 220 стран и регионов мира заинтересованы. Куда прошла информация, и все эти люди сейчас совладельцы и сделали то, что вы видите перед собой. И с каждым днем нас становится больше, потому что все здравомыслящие люди, узнавающие подобную информацию, хотят это ускорить. И, конечно же, не просто кататься на новом, безопасном, экологичном, быстром транспорте, но еще и получать с этого прибыль за то, что он вообще работает и существует. И это возможность для каждого с компанией Skywork Community. Потому что сертификации проходят хорошо, успешно в разных странах мира. И очень скоро мы увидим в городах и в маленьких, и в мультимиллионниках, особо там, где надо разгрузить, там, где большие потоки и все стоит. Потому что сейчас средняя скорость транспорта и железной дороги настолько снизилась из-за насыщенности движения, что он просто перестал быть полезным. Многие люди на некоторых общественных транспортах быстрее и комфортнее двигаются по своим городам, чем на автотранспорте. Просто оставляют свои машины. Представляете?
Кто бы мог подумать, что это может быть лучше. Но такая реалия, когда все стоит на светофорах, по 5 машин проходит, а в городе просто 20 миллионов человек и 20 миллионов машин. К сожалению, это по всему миру сейчас. В каждом регионе свои проблемы. Но тот пассажирский транспорт, который предлагает Анатолий Эдуардович, подойдет для всех. Подойдет и для маленьких городов. Потому что есть решение совсем, так скажем, малюсенький транспорт на 2 человека, например, Юнивинд, там Юнибайк, либо где больше, 6, 8, 12, 16, 18, то есть их можно составлять, они могут быть монорельсовыми, бирельсовыми, в зависимости от необходимости этой трассы, либо огромными составными поездами, там 7 вагонов по 25 мест, 175 человек, и он мгновенно пролетает от станции до станции, и, так скажем, делает невероятный пассажиропоток в десятки тысяч пассажиров в час. Это все возможно с помощью нашей технологии. А такая, например, решение последнего километра, такой вид исполнения транспорта и трассы может быть как с колтюбинговой трубой. Представляете, дамы и господа, сейчас я катался уже 400 метров между опорами. То есть две опоры и 400 метров между ними ничего, я просто по струне еду. А с помощью колтюбинговой трубы, специальное исполнение, можно будет передвигаться от опоры, расстояние может быть, 2000 метров. Вы представляете, самый минимум земли и ресурсов, энергии на его передвижение и создание необходимо, чтобы пользоваться таким прекрасным транспортом. Самый минимум. И это даст всем отдаленным участкам, трассы будут строиться быстро, просто, дешево и будут давать огромный эффект. Это с технологией Юницкого. И он так продумал, в каждую сферу, куда ни заглянешь, он придумал для нее модификацию. Юнивин для последнего километра, Юнибайк для более прогулочного и там в городского еще каких-то вариантов. Юнибус уже городской транспорт, как наши автобусы, только есть интересная логистика, что поскольку наши транспорты полуандроиды, роботы, они сами по себе двигаются, у них заложены алгоритмы, и они сами следят максимум за вашей безопасностью, они могут двигаться сами. И получается, маленькие транспорты, часто которые ходят, дают огромный эффект, и плюсов очень много. Потому что если есть отдельные остановки, есть магистраль, транспорт, вы пришли на остановку, транспорт подъехал, вы сели в транспорт, потому что набрали куда, то есть вы уже ждете его. Вы поедете, вы ничем не обязаны заниматься, вы занимаетесь чем хотите. Хотите отдыхаете, хотите работаете, хотите общаетесь, смотрите какое-то видео, либо отдыхайте, смотрите в окошко и наслаждайтесь окружающим миром, потому что транспорт едет сам. И много таких, и то есть получается, он выезжает со станции, едет конкретно на вашу станцию, потому что количество транспорта хватает, чтобы каждого развести на своей станции. И получается, вы не делаете остановки. То есть вы один раз разгоняетесь плавно, один раз тормозите, тратите минимум энергии и быстро очень попадаете на свое место, туда, куда вам необходимо. То есть логистика, которую представляет Юницкий, просто потрясающая, потому что это немножко другой тип, как будто более частные отношения, то есть ты быстрее добираешься, то есть для себя сделано, а в итоге всем лучше. То есть, и он это понимает, вот он изобретает. И говорю, это самая маленькая технология. Когда вы начнете изучать дальше, это просто фантастика будет для вас. Потому что эта технология транспортная настолько гибкая, какие другие. Ведь и этот транспорт – это часть инфраструктуры, это часть будущих городов. В городе мы будем передвигаться со скоростью 150 км в час, а между городами, между странами, Юнилет, Юфлэш, до 600 км в час. Представляете, даже если 500 км в час мы летим из другого города, это же так быстро добраться можно. Как возрастут возможности людей при таких скоростях? Представляете, если вам необходимо, и у вас есть очень интересная работа, но она не в вашем городе, вы без проблем можете поехать в соседний город, поработать и в этот же день вернуться назад. Да что там, вы можете в столицу поехать, в соседнюю столицу, то есть в другую страну, и в этот же день, не затрачивая слишком много времени, возвращаться назад. Как это разовьет торговлю? Как это разовьет путешествие и искусство? То есть польза от данной технологии, просто пользам нет границ.
И этот скоростной транспорт, я уже сидел внутри, я уже был, так скажем, в нем и в Объединенных Арабских Эмиратах, и в Берлине, на Инотрансе, на Всемирной транспортной инновационной выставке. И это действительно потрясающее ощущение. Сначала все бегали такие: о, белорусы, походу, ракету какую-то привезли, летающую. Но нет, это оказался электротранспорт струнный. Вот. И это одна из самых главных частей работы сейчас для нас. Вторая же часть – не пассажироперевозки, а грузоперевозки. И это, дамы и господа, является самым дорогостоящим бизнесом в мире. Вообще транспортная инфраструктура самая дорогостоящая, самая прибыльная и самая коррумпированная. Поэтому встречается много проблем и так долго пытается, точнее, и так долго развивается наш проект, и его пытаются приостановить. Потому что это чей-то прибыльный бизнес. И чтобы сделать его чистым, потому что весь транспорт вредоносен, который сейчас есть традиционно, это огромные затраты, а значит, это потеря бизнеса. А никто не хочет терять свой бизнес и свои затраты, поэтому стараются не пропускать данную технологию. Но должно ли все человечество страдать из-за того, что кто-то, кому-то мало, постоянно мало денег, мало ресурсов? Или мы должны двигаться в ногу с нашими технологиями, с нашими возможностями к светлому будущему? Я думаю, что все-таки второй вариант. И Юницкий отдает людям в руки за поддержание и развитие данного проекта весь этот бизнес с грузоперевозкой, потому что мы перейдем более 50% транспортного рынка за 21 век. Потому что это все просто удобнее. Нет желания перейти снова на пейджеры, потому что есть смартфоны. Не будет желания перейти на поезда, потому что будет струнный транспорт повсюду. И он только дальше и будет развиваться. У меня только один вопрос, как везде совместно с нашими единомышленниками настроить заводов, чтобы можно было осуществлять такой поток заказов, который ломанется, после того, как объявят первый проект и покажут его эффективность, насколько он крутой. А это будет уже в ближайший год-два, я думаю. Это мое предположение, я не знаю. Но судя по тому, как идет развитие, и по тем регионам, в которых Анатолий Эдуардович называл коммерческие проекты, я думаю, что нас не заставят ждать результаты работы нашей инжиниринговой компании. И грузы мы можем перевозить любые. И штучные грузы, и жидкие грузы, и сыпучие грузы, и контейнеры любого типа, и морские, и маленькие, большие, 20-40 футов, до 50 тонн сейчас вот мы делаем в Объединенных Арабских Эмиратах, чтобы до 50 тонн транспорт с грузом просертифицировать, чтобы он мог ехать, потому что эту технологию тоже очень ждут. Невероятная автоматизация. Та цена, которая сейчас предлагается, приблизительно посчитанная, $1 за 100 тонн на километр, это феноменальные цены в грузоперевозках. Это перевернет наш мир. А сейчас же эра потребления. Мы же все с вами потребляем. А представляете, если будут быстрее товары приходить, не будут застаивать в портах, и будет стоить дешевле доставка, вообще со всех сторон только плюсы. А мы еще и владеем этим бизнесом, мы еще и получаем с этого прибыль за то, что по всему миру доставляются грузы и развозятся пассажиры. Представляете, какие возможности. И именно такие возможности дает компания SkyWorld Community. Именно с этой компанией мы сможем модернизировать перемещение в нашем мире. И с счастьем и удовольствием пользоваться этим. Конечно же, и месторождение. То есть всюду по факту, куда сейчас трудно добраться, мы можем построить данные транспортные структуры. И будет и транспорт там, так скажем, помощь в разработке. Также внутри может проходить электричество и информация в специальном отведенном месте. То есть три инфраструктуры вместе – транспорт, энергия и интернет, информация. Также и к морским портам есть технологии, как делать порты на шельфе моря. То есть порт, он стоит слегка подальше от берега, чтобы не нужно было делать огромные дорогостоящие земляные работы и делать там огромные склады. Транспорт приходит, любой транспорт, потому что ничего не надо вырывать, какой бы он ни был глубины, он на шельф моря может зайти. И то есть нам ничего практически это не стоит, никаких изменений ландшафта, просто постройка самого порта. Приходит груз
снимается, ставится на юнитрак, и все, он уже в пути в нужную страну, в нужный регион, на нужный там завод распределения, либо дальше. То есть понятно, что сначала это будет симбиоз, какие-то грузы будут перевозиться на базу, откуда их по машинам будут развозить и так далее. То есть все это, как всегда, пройдет, я думаю, достаточно интересно, плавно. Люди, это новые бизнесы, которые пойдут. Множество людей наконец-то поднимет из-за руля, из-за сидячего очень вредоносного образа жизни и даст им возможность свободнее творить, потому что в транспорте у нас отпадет важность, чтобы мы уделяли на него время и внимание. Представляете, когда не нужно управлять транспортом. Написал, куда тебя отвезли. То есть тебе нужно только сесть в транспорт. И это поначалу только данные транспортные системы будут покупаться городами и странами. То есть, например, мой город, там мы скажут, мы покупаем две трассы, нам нужно 50 транспортных средств. И мы вот так вот их запустим. И все. И люди ими пользуются. То есть просто приходят на помощь и личному транспорту, и общественному транспорту в этом городе. Где-то страна скажет, так, мы вот в наших 4 главных города заказываем всего в общей сложности 30 трасс, и к 30 трассам там 4000 единиц транспорта такого, такого, такого. И мы этим пользуемся. А в будущем, когда уже будут более расстроены, мы будем покупать сами транспорт себе. Купили себе струнный транспорт, он у нас стоит в определенном месте, все кластеры линейного города, экопоселений, все в пешей доступности. Рассчитано для здоровья человека, сколько он должен за сутки проходить. И кластерные типы рассчитаны идеально для здоровья человека. То есть линейный город кластерного типа и экопоселение – это самостоятельное, устойчивый город от 1000 до 5000 человек, где есть полностью электроэнергия, новая, экологически чистая, которую представляет Анатолий Эдуардович, дома экологически чистые и полное производство всего питания и всего, чего необходимо. То есть неважно, что происходит со всем остальным миром, здесь полное пропитание и жизнь для этих людей уже существует. Это его технология. И именно такие города мы будем связывать нашим транспортом. То есть Анатолий Эдуардович дает все. Все для того, чтобы мы успешно и приятно жили ближайшие 1000 лет. Потому что как минимум на 1000 лет его технологии хватит, чтобы реализовать. Представляете, как много? Я просто не с воздуха беру. Зайдите, пожалуйста, на сайт unitsky.engineer, и вы увидите, что... То есть Юницкий инженер. Вы увидите, какие его технологии, как долго он их разрабатывал, что они меняют в нашем мире. Это просто... потрясающе. Очень приятно, что хоть какие-то ученые не побоялись ничего и, изучив труды Анатолия Эдуардовича, признали весь его экомир достоянием человечества, не только эту технологию. Поэтому приятного изучения. Там вас ждет много интересного. Это действительно будущее. Мы в фильмах такого не видели. Хотя вот первая технология, и как он все время говорит, да это все физика 6 класса советской школы на многие свои технологии. Говорит, нас учили хорошо, потому что здесь лишь пучки струн предварительно натянуты, и из-за этого они становятся ровные, прочные, дают много характеристик, которые как раз нужно, как для транспорта. А с модернизацией в корпусе все это и заполнено специальным бетоном, который изобрели наши инженеры, который поглощает шум, антикоррозийный, укрепляет место, где должен быть, где, как будут стоять тросы, потому что у них тоже есть определенное положение внутри для того, чтобы транспорт сильно проходил. Но это уже углубление, потому что между опорами трасса будет слегка вверх, чтобы транспорт, когда по нему проходит, этот изгиб, он слегка будет прогибаться. И получается, что транспорт будет все время идти по прямой. Столько ноу-хау я узнал, столько интересных решений увидел у этого человека. Он действительно открыл новый мир. И этот мир действительно широкий. Бирельсовые трассы, подвесные, навесные, полужесткие, легкие, суперлегкие. Для всего, для любой температуры, любых ландшафтов. И угол, который уже заявляется и который заявляют в будущем, угол наклона этих трасс, он позволит нам действительно по всему миру человеку перемещать грузы и пассажиры, как он хочет.
И это действительно делают люди. Меня так радует это ощущение. Потому что только людям понять, насколько это важно. Именно люди пользуются всем этим транспортом. Именно люди со своих налогов платят за то, чтобы строили нетрадиционные, невыгодные, опасные и дорогостоящие дороги. Но мы можем это поменять. И за те же самые средства будут строить вот такие чистые экологические трассы, такое электричество, такие города. Людям единственное, что необходимо, интересоваться и знать больше. Потому что именно узнавая больше, каждый из полумиллиона человек, только когда узнавал больше и взвешивался, понял, что это та технология, которая дойдет до такого прекрасного состояния и развития. И так и получилось. Люди поверили. Люди поверили в идеологию Анатолия Эдуардовича, его имени, того, что он сделал, потому что жили с ним в одно время. Поначалу очень много старичков поддержала данный проект на самом первом этапе, потому что они пожили, и они действительно хотели оставить лучший мир после себя для своих детей и внуков. И у них это получается. Спасибо им большое. У нас самый взрослый, так скажем, партнер, который поддержал наш проект, 105 лет. 105 лет. Представляете? И это все. При том, что это все с разным менталитетом, с разным пониманием. У людей разные знания, разные представления о мире, разные ценности. Но они все почему-то заинтересовались и экологическим, и инновационным, и транспортом, безопасностью, такой эффективностью для всего мира. То есть есть в этой технологии и в том, что делает Анатолий Эдуардович, что-то такое, что объединяет вне зависимости от языка, менталитета или ценностей. Есть какие-то фундаментальные вещи, с помощью которых, чем он руководствовался, когда создавал эти технологии, потому что именно это и проявляется. Очень приятно осознавать, что мы сами творцы своей жизни, что мы прикладываем руку, и изменения в мире положительные происходят. Ведь в скором времени мы просто будем нажимать что-то на телефоне или на станции, к нам будет подходить транспорт, наш робот, наш умный слуга, именно то, что и должны делать технологии, автоматизироваться, приносить пользу, забирать тяжелую, вредную, опасную работу и оставлять человека свободным, чтобы он мог творить дальше, творить, созидать, улучшать. Именно это он может сделать с данным транспортом, с данной технологией. Ведь все транспорты соединены между собой. С каждой анкерной опорой и каждой станцией тоже соединены между собой. Как рой пчелок, трудяк, соединены вместе и работают сообща. Вместе снижают скорость, если необходимо. Если какие-то происшествия, заложены алгоритмы, что они должны делать. Как отбуксировать друг друга до ремонта, если вдруг что-то пошло не так. Хотя безопасность в 2000 раз выше, чем у машины. И не может быть столкновений ни таких, ни боковых, потому что перекрестки на разных уровнях. То есть исключены безопасности, исключены все опасности. И это полуандроид, искусственный интеллект. Более 250 датчиков внутри для полного вашего комфорта и безопасности. Машинное зрение снаружи, которое оценивает все, что происходит. То есть это действительно суперумные закрывающие технологии, автоматизированные, освобождающие. Хотите видеть такой мир? Хотите ездить на таком транспорте? Хотите, чтобы ваши дети были в безопасности и мгновенно, можно сказать, перемещались из одной точки в другую? Потому что 150 километров в час по городу без пробок. За 20 минут в любую точку можно будет добраться. Или 500 километров, 600 между городами. Я думаю, что каждый хотел бы такой мир. И сейчас главное не пройти мимо, а просто изучить информацию. Ведь главное, почему люди перестают интересоваться подобными технологиями, они либо не верят, что не получится, не пропустят, как, когда вот тут уже все готово, нет уже вариантов пути назад. Либо что это может не работать, транспорт не ездит. Как? Катались уже несколько раз на этом транспорте, тысячи человек, все в порядке. И
много сомнений, но только со дополнительными знаниями, когда вы смотрите и изучаете еще, вы понимаете, что это действительно лучшая транспортная инфраструктура, придуманная человечеством. Самая безопасная транспортная система, самая экономичная, самая легко интегрируемая в любое место, в любую температуру. Народная технология. Считаю, что каждый человек в мире должен узнать об этой технологии и услышать хотя бы один раз, чтобы он мог потом с чистой совестью разговаривать с собой и смотреть себе в зеркало в глаза. Потому что рядом с нами сейчас происходит революция. И каждый человек важен. Даже при том, что сейчас 14-й этап, и мы закончим в любом случае, даже те уже люди, которые есть, мы закончим финансирование данной технологии. Все получится. Но было бы здорово, если бы на час, на день, на неделю, на месяц или на год быстрее все получилось из-за того, что новые люди узрели в этом такую большую пользу, которую она несет, и подключились к развитию, к созданию нового будущего. Мы сделаем что-то уникальное и новое во главе с гениальным ученым Анатолием Эдуардовичем. Будьте, пожалуйста, здоровы. Ведь то, что вы сделали уже сейчас, это фантастика и будущее, которое мгновенно реализовалось здесь и сейчас. Дамы и господа, спасибо вам большое, что вы уделяете внимание. Ведь всюду, куда направлено ваше внимание, то растет. И будьте здоровы, ведь со здоровьем мы сможем прожить дольше и дольше наслаждаться нашим прекрасным миром. Ведь в скором времени это будет действительно райская планета. Мы идем к этому. Множество людей, которые в SkyWorld Community и нет, мы идем к этому. Огромные изменения происходят сейчас на планете. Но все, что не делается, все будет к лучшему. Я в это верю, и я на это надеюсь. Поэтому вам желаю океана улыбок, как от других людей, так и своих собственных. С вами был Артем Курбанов из города Даугавпилс и компания SkyWorld Community. Одна из немногих компаний, которая дает безграничные возможности сейчас, в 2022 году. Не в зависимости от того, что происходит в мире, вы можете заниматься созидательной деятельностью, создавать лучшие новые технологии с огромными перспективами, пригодами, прибылями, пользой, дивидендами и капитализацией на долгие-долгие годы с передачей по наследству. Это возможности все есть с компанией SkyWorld Community. И вы можете заниматься этой созидательной деятельностью не только во благо будущего, но и во благо сейчас. Ведь это тоже труд передавать информацию. И можно получать неограниченные вознаграждения за это. Неограниченные. Ведь мы создаем лучшее будущее, и оно нужно как можно скорее. И мир развивается этими семимильными шагами. Ведь каждый человек теперь имеет возможность. Неважно, на каком он континенте, стране, как он думает, какой менталитет или на каком языке разговаривает. Каждый может стать частью SkyWorld Community и действительно сделать всю нашу планету и жизнь всего живого на ней лучше. Спасибо вам за внимание. Будьте здоровы. До новых встреч. Жду ваших писем на корпоративную почту, которая в чате. И до встречи через неделю во вторник в 8 по Москве 20:00 и в среду в 10 по Москве 10:00. Улыбок!